Всем доброе утро, это Гармония. Сегодня с вами поговорим про Procumbens nana. Почвопокровный можжевельник, ярко-зеленого цвета. В разное время, может быть, выглядит немножко по-разному. Очень часто используется непосредственно для посадки на горках. За счет того, что он не быстро растущий, но при этом красиво раскладывается по земле. Его посадка преимущественно, конечно, солнце, либо полутеневая зона. Он не любит перелива, поэтому с поливом надо быть аккуратным. Расстилается он примерно до 1.5 метра. Небольшими, плотными, сильными побегами. То есть, как такой осьминог распластаивается на вашем участке и имеет неплохую цветовую гамму. По подкормкам немножко можно амафос-азофос весна-осень, потом можно будет по весне, когда молодой прирост идет, немного циркон, ну для вообще для полезного для сада будет немножко обрабатывать именно такими препаратами для снятия стресса после зимовки и чтобы у вас он лучше себя чувствовал. Посадка его немножко торфяного основа 4,2-5,5 pH, замешивайте с песочком и вокруг корневой системы. И, следственно, раза два пройти корневином, раз в 2 недели для усиления именно корневой. И этот можжевельничек будет вас радовать своей цветовой гаммой. Он очень хорошо гармонирует со всякими различными цветастыми растениями. Так что как-то так. Всем хорошего дня. Все будет хорошо.